Абибус. Скажи про шанс поджога. В смысле? ПБ опасен тем, что он макс хит понижает, а что мид впереди генить отложенный урон. Да дело не в отложенном уроне, дело в принципе в регене. Блин, каждый раз дергаюсь пока что. Заходишь на мапку с фул хп, блин. Ну типа с ПБ все равно лучше, чем без него. В плане выживаемости на подобных мапках получается. Так, ну вот это фиолетовое вниз запомним. Давай хотя бы 500 доберем сразу. Ага, и там энкаунтер, хорошо. Пойдем сюда. Еще синенького не будет? Элдрич Анул. Два К синего. Сейчас полторашку, я думаю, может 2К фиолетового наберем. Ну, терпимо. Вроде терпимо. Может даже 2,5 синего доберем. Удачи. Смотрел твой видос и все равно не понял, как билд работает. Типа кастит, когда мобы станет? Да. И это тоже. Ну, это как бы... Каст при стане это по сути... Для того, чтобы... Запустить шарманку, так сказать. А дальше основной твой урон за счет взрывов, которые ты на себя накидываешь. Блин, я не хотел так... Помойку улететь, ну ладно, нормально. Ну, за счет поджога со взрывов, которые ты на себя накидываешь, так. Основной урон. Есть. Есть.
Только здорово. 2к хп на Т16 МФ. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Ну просто видишь, я в прошлый раз бегал с 4,5 кхп Т16 мапки, и меня ваншотнуло. Поэтому решил сделать 2,5. Логично? Вроде да. Шокет граунд, резисты. Па. Оно. Тинк. Элдрич Чаус. Не, ну Petrified вроде хорошо себя показывает. Вроде капа. Fortunate. Вообще нужно пошустрее двигаться. Ну, в смысле, что я и так медленно двигаюсь, надо двигаться. Просто не стоять. Стоять только в сингл-таргет, когда долблю. То я так долго буду, блин, ковыряться. Сори, там вопрос по крафту, сейчас не могу. Сейчас не могу. Ой. Сюда его. Сап. Экстраколд не хочу. Физдиар. Проджа пойдет. Это мне по идее только на руку. По идее вот эти вот всякие экстра проджи меня только хилят. Что я, по идее, должен устанавливать больше хп, чем они наносят. Есть. Я без запустил случайно. Ну пойдем. Ну пойдем, поговорим. Сгорел. Сгорел.
Там будут еще мобы, нет? Вот, кстати, легионы не очень понятно, как мне чистить. Типа легионы чистить нужно, видимо, сразу запускать, если там коробка рядом есть или еще что-то. Как они синхронно долбят, смотри, чат. Ладно, пойдем, мужик, потом. Потом с тобой разберемся. Шлеп. Банки об себя заряжаются или об мобов? В смысле, об себя заряжаются? Это как? Не очень понимаю концепцию. Банки пополняются, когда... Либо когда мобы умирают, либо когда уникальные мобы, боссы получают урон в некотором количестве. Либо когда какой-нибудь суффикс специальный, префикс специальный наролен на генерацию фласок. Блин. Взорвались раньше времени челы. Не, босс не стоит бить, короче. Вроде как. Тие. Да не, вроде нет. Слишком релог делать. Не, просто не заходить сюда. Ну или заходить в конце мапки, если он взрывается быстро, то взрывается, если не взрывается, то не взрывается, не знаю. Того не стоит. Силкаемба успеет. Да не, у него механики хилта нет никого. Никакой. На прошлой мапке был под тремя усилениями босс. Ядрен батон. Мапка немножко упала, засустейнились называется. Надеюсь, они не карабчены. Блин, я забыл weapon swap себе сделать. Напомните мне чат, когда я буду хлам разгребать. Weapon swap себе заставить. Это умом. Это забагованный абис, который будет бесконечно вылуплять мобов, да? Как-нибудь беспалевно полутаться.
Но эти вроде ничего не делают. Так что чилим. Они не карабчанные. Очень удачно. Урджой есть. Блин, я снова забыл этот. Фильтры убрать, ну, оставить только хорошие мапки. Уникальные. Всякие там курс крипты. Бурджоя, которые со смыслом. Наверх пошел. А идет. Блин, я weapon swap не засетапил. А я должен, наверное, сейчас залутаться и сейчас это сделать. И это из фильтра убрать. Напоминаю, не дайте ему забыть. Да блин, я с каждым подфакапленным абисом я все глубже въедается в мою память. Что на прошлой мапке-то я не зафакапил абисов, а тут зафакапил один. Давай сейчас что-то соберем, и я сделаю себе weapon swap нормально. Так, чтобы порожняком не идти.